Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это начало новой рубрики на моем канале «Умный софт». В первом видео я буду рассказывать о программе Light Manager, основная функция которой – удаленный доступ к рабочему столу. Но традиционно предупреждаю, что разработчики программы заплатили мне за этот обзор, поэтому если вы считаете, что из-за этого обзор может быть необъективным, то немедленно выключайте видео и дальше не смотрите. Для остальных же продолжу. Не скажу, что мне часто требуется софт для удаленного доступа к моим компьютерам, но бывает. Особенно недавно я ездил в Москву, озаботился этой проблемой, и то средство, которое я нашел, мне не очень понравилось. Не буду делать ему рекламу, просто я тогда не очень заморачивался с выбором. А вот тестирование для этого обзора программы Light Manager произвело приятное впечатление. Хотя есть один большой негативный нюанс, о котором я чуть позже в этом видео расскажу. Ну, как вообще работают подобные программы? На том компьютере, к которому вы хотите получить удаленный доступ, вы устанавливаете программу сервер, а на тот компьютер, с которого программу клиент. И вот здесь уже можно попенять разработчикам, потому что в том архиве, который я скачал с их сайта, все описание внезапно оказалось на английском. Казалось бы, мелочь, но, по-моему, очень важная мелочь. Кроме того, что, по-моему, в нынешних условиях очень важно, Light Manager позволяет удаленно подключаться к компьютеру с помощью ваших смартфонов и планшетов. Есть приложение под iOS и Android. Да, и под macOS, конечно же, тоже. Вообще, когда-то я довольно серьезно работал с аналогом Light Manager под названием Radmin, и я в течение обзора именно с ним буду сравнивать, просто потому что более-менее хорошо ту программу знаю. Так вот, по сравнению с Radmin, у Light Manager намного больше и шире функционал. Во-первых, по-моему, самая главная фишка — это то, что вы можете установить сервер, или как разработчики это называют, роутер для собственной службы поддержки. То есть, например, есть самый обычный режим работы, когда вы соединяетесь со своим удаленным компьютером через сервер Light Manager. Это удобно, когда вы не хотите заморачиваться, когда вам просто к одному компьютеру своему надо где-то из поездки присоединиться, чтобы там, не знаю, выключить торрент. В моем случае, например, я ставил много видео на рендеринг, и мне просто надо было после того, как эти видео отрендерились, поставить их на загрузку в YouTube. Но есть ситуации, когда большие фирмы используют много компьютеров для удаленного администрирования, и тогда они могут этот сервер Light Manager установить просто у себя внутри локальной сети на каком-то своем сервере. И тогда ограничение по скорости удаленного доступа будет только зависеть от их пропускной способности внутренней локальной сети. Кроме того, можно гибко настроить сам удаленный доступ. Например, можно отключить удаленное управление и показывать только экран. Можно включать-выключать передачу файлов. Можно записывать видео удаленного экрана, редактировать реестр. Есть встроенный даже аудио и видео чат. То есть вы присоединяетесь к удаленному компьютеру, и чтобы проще было общаться с человеком, который сидит за этим удаленным компьютером, включаете встроенный в Light Manager чат. Кстати, благодаря этому Light Manager можно и нужно использовать в учебном процессе. Да, сами разработчики и делают на этом акцент. Преподаватель может одновременно контролировать обучение группы учащихся. И это не просто красивые слова от разработчиков, а Light Manager уже сейчас пользуются многие образовательные учреждения. Например, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Башкирский государственный медицинский университет, Краснодарский университет МВД Российской Федерации, Медицинский колледж имени Бехтерева. Блин, они мне тут прислали просто огромный список этих образовательных учреждений. Извините, я, пожалуй, не буду все зачитывать. Смысл в том, что вот благодаря большому количеству настроек удаленного соединения Light Manager действительно мощный инструмент для оптимизации образовательного процесса. Я сейчас немного перепрыгну с функции программы к ее стоимости, потому что я думаю, сейчас
кое-кто из учителей, слушающих и смотрящих это видео, задумался о том, чтобы попробовать эту программу в своей работе, естественно, заинтересовался, сколько это будет стоить. Не волнуйтесь, месяц полностью программа бесплатная. Да и через месяц она не превращается в тыкву, просто отключаются возможности версии Pro, остаются возможности версии Free, и отличие в них только в удаленном диспетчере устройств. Не будет соединения по протоколу RDP, не будет возможности записи рабочего стола сервера по расписанию, отключится встроенная система запросов и централизированное управление настройками серверов, также не будет аудио-видео-чата, таймера выполненных работ, адресных книг и удаленного изменения настроек сервера. Все остальное будет работать. Да, и для фри-версии еще есть ограничения по количеству компьютеров. Только 30. Говорю, только 30. По-моему, для класса или аудитории 30 компьютеров вполне доступно. Если же все же вам требуется полный функционал, и вы захотите приобрести про лицензию программы Light Manager, то она будет стоить 300 рублей за один удаленный компьютер или 15 тысяч рублей за один активный канал, но при этом количество компьютеров не будет ограничено. Я делаю такой упор на обучающую функциональность Light Manager, потому что я считаю это действительно важным и интересной фишкой, но, естественно, программа будет полезно и в других сферах. Системное администрирование. Если у вас есть парк компьютеров, состоящий из десятков или даже сотен машин, то чтобы его контролировать и содержать в рабочем состоянии, требуются профессиональные специалисты и специальное программное обеспечение. А Light Manager позволяет оптимизировать IT-инфраструктуру организации. Удаленная работа — это вот то, что мне, собственно, было нужно, когда я уезжаю и с планшета отключаю рендер видео. Поддержка серверов. Light Manager подойдет для поддержания парка серверов, подключаться к которым удобно удаленно. А высокая степень защищенность программы, шифрование всех данных, встроенные IP-фильтры и защитные средства не допустят нежелательного проникновения. При удаленной работе в программе куча всяких возможностей. Действительно, их очень-очень много. От банальных вещей, как-то передать, копирование файлов или запуск любой программы, до не совсем тривиальных, которых я не видел в других подобных программах, как-то управление питанием компьютера, отдельный режим удаленного запуска программ, инвентаризация оборудования и программного обеспечения, запись рабочего стола, даже реестр можно редактировать на удаленном компьютере. В общем, все, что вы хотите сделать с удаленным компьютером, Light Manager вам позволит. А вот теперь ложка дегтя, о которой я говорил в начале видео. Я, кстати, обратил внимание, что это проблема многих российских программ, ну или более обще сделанных людьми из бывшего Советского Союза. Эти программы всегда позволяют сделать множество отличных вещей, у них огромный богатый функционал, но при этом они не умеют себя подать и вываливают на пользователей весь этот функционал скопом. Собственно, вы в течение видео прекрасно видели, как выглядит программа Light Manager, и понимаете, о чем я говорю. Куча абсолютно непонятных иконок, пока ты с ними не разобрался. Причем нарисована не так, тоже не совсем красиво. По-хорошему, пользователю нужна одна огромная кнопка «Подключиться к удаленному компьютеру», и все. Ну, большинству пользователей, конечно же. А уж тем, кто требует дополнительные функции, они могут лезть в недра программы и разбираться. Здесь же нам это все прям сразу в глаза прыгает и требует времени для того, чтобы с этим разобраться. Я рассказал об этом разработчикам, и они признали, что есть проблема с интерфейсом, конечно. Процитирую ответ. Когда-то он был гораздо проще, но и функций было меньше. А пользователи оставляли пожелания по доработке программы, и с каждым разом опций настроек становилось все больше. Ну, тут требуется специалист по интерфейсу. С другой стороны, у них есть режим Quick Support, где не требуется настройка программы. Там достаточно нажать одну кнопку. Но опять же, это надо отдельно находить на сайте, отдельно скачивать другой исполняемый файл, и, в общем-то,
все это дело не очень очевидно, но я надеюсь, что разработчики услышат мою критику и над интерфейсом будут работать, тем более, что они сами признают существование этой проблемы. В любом случае, Light Manager, по-моему, на сегодня лучший продукт для удаленного доступа к рабочему столу с большим количеством функций. И несмотря на то, что мне за этот обзор заплатили, я эту программу настоятельно рекомендую. На этом все. Вы слышали Лёшу Халецкого. Пользуйтесь умным софтом.